Рукопашный бой – это такой исконно наш славянский вид спорта, который развивается давно. И очень радует, что с каждым чемпионатом Европы, мира, Кубком мира организация все лучше и лучше. И мы уверенно шагами идем вперед. Сердец всего мира, да, болельщиков наших, фанатов, чтобы их увеличилось количество. Потому что, на самом деле, зрелищный очень вид спорта. И вот благодаря таким вот великолепным стартам про рукопашный бой узнают все больше и больше. И он все больше начинает нравиться. Сборная Беларуси приехала в составе 8 человек, 8 спортсменов, ну, там, тренеры, представители. На данный момент у нас уже 3 бронзовые медали, и вот ждем еще финал за золото. Рукопашный бой в Беларуси развивается с 1999 года, уже 21 год, поэтому, в принципе, думаю, это довольно уже большой отрезок времени. У нас есть специализированная кафедра, которая готовит тренеров по рукопашному бою. Есть клубы по рукопашному бою, тренировки детского возраста, взрослая команда. Мы плотно сотрудничаем с силовыми структурами нашей страны. Там, где рукопашный бой, это, ну, как везде, наверное, в любых силовых, это прикладной вид спорта, неотъемлемая часть подготовки сотрудников. Поэтому активно развивается, но я думаю, что наши спортсмены показывают, что на достойном уровне у нас рукопашный бой в стране.